Папа, извини, можно? Что, тоже не спится? А ты? А это что? А это самый удивительный подарок, который мне когда-либо делали. Это Света, моя лучшая скрипка. Не веришь? Вот эти дощечки? Так это не простые дощечки. Мне их привезли с самого Тяньшаня. Знаешь, где это? Когда я был маленький, я очень хотел научиться играть на скрипке. Но у отца вечно не хватало денег, поэтому пришлось выбирать, покупать скрипку мне или виолончель брату. И купили виолончель, да? А почему? Потому что брат был более талантлив, но зато мне пришлось сделать скрипку своими руками. Ты знаешь, получилось недурно. А ведь тогда о таких прекрасных дощечках я даже мечтать не мог. А когда ты начнешь делать свою новую скрипку? Сегодня? Нет. Почему? Потому что во всем и всегда нужно дождаться верного момента.